Всем привет, друзья, на канале Мосолимп. В работе сегодня у нас Лада Веста. Автомобиль на комплексную шумоизоляцию. Авто уже разобрали. Сейчас подготовим поверхность к монтажу первого слоя. Все обезжирим. Краткий обзор штатной шумоизоляции. На крыше вот так завибрена производителем крыша. Достаточно неплохо. Но не хватает развязки вибра в салоне автомобиля, голые двери. Все по минимуму у нас в багажнике. Нужна дополнительная шумоизоляция. Приступаем к работе. Закончен монтаж первого слоя виброматериала. Упакован у нас багажник автомобиля, проклеены крылья. Все тщательно прикатывается валиком в процессе монтажа. Также готов салон автомобиля. Работаем премиальным материалом от компании SGM Dual. Материал с двойной фольгой и двумя слоями мастики. Первый слой крыша, троечка, виброматериал по дверям. Также смонтирован первый слой. Вся внутренняя поверхность двери тщательно проклеена и прикатана. Вторым слоем клеим материал с акустической мембраной, барьер, лайт. Продолжаем наши работы. Закончили монтаж шумоизоляции на Весте. Четвертый слой смонтирован у нас на обшивке дверные. Акустическая волна 15 мм толщина. И сделан антискрипт. Готов багажник автомобиля. Также все тщательно проклеено. Арки, крылья, ниша багажника. Все готово. Закончили работу с салоном. Насколько рука мастеру позволяет, проклеено также под торпедное пространство. Третий слой на дверях вибра. И на крыше у нас акустический войлок. Толщина 10 мм. Шумоизоляция готова. Собираем автомобиль, проверяем. И сдаем владельцу. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.